Приветствую вас, друзья, в темной комнате магазина Варган ЕКБ. И в этом видео я вам расскажу, как работать губами, играя на варгане, и какие могут быть приемчики, какие могут быть фишечки. Начну с того, что когда мы обучаем людей играть у нас в магазине, мы говорим о том, что первое время мы рекомендуем губами не шевелить, потому что они забирают на себя все внимание, и человек, во-первых, не обращает на то, что происходит у него в гортани, в горле, на эту всю артикуляцию, и в основном делает вау-вау эффект, который очень яркий и замечательный. И в то же время, первое время нам нужно, чтобы варган был зафиксирован на зубах, и если вы еще не до конца привыкли, и у вас варган немножко ездит, вы его губами фиксируете, придерживаете. Но как только варган у нас стоит уверенно, ровно, можно начать играть губами. Так, эффект номер один. Вау-вау. Мы просто играем на варгане и раскрываем губы. И смыкаем их, создавая некий ритмичный вау-эффект. Следующий прием. Мы растягиваем рот сначала в одну сторону, потом в другую сторону. Во время игры вы будете слышать, как звук начинает течь вам в левое ухо, в правое ухо. И это очень потрясающе и увлекательно. Вот таким вот образом. Далее один из самых важных таких элементов. Послушайте, как звучит отдельно варган с поднятыми губами и с опущенными губами на варган. При этом, как только мы опускаем губы на варган, мы делаем вдох или выдох. Таким образом получается очень яркая подзвучка этого перехода. Со временем у вас это войдет в привычку, и вы будете интуитивно чувствовать именно этот прием, потому что он делает игру очень красочной, очень богатой. То есть я позволяю звуку спокойно затухать именно при поднятых губах, а когда я их опускаю и делаю вдох, появляется резкая подзвучка, и композиция интересным образом насыщается. Вот такие вот нехитрые особенности именно движения губ во время игры. Попробуйте, поимпровизируйте, вы наверняка найдете, как это делать по-своему, как это делать уникально. У вас будет свой звук, он будет не похож на мой. И обязательно поделитесь впечатлением в комментариях, что у вас получилось, как и как вам это понравилось. Спасибо, что смотрите, и приятных вам вибраций. Мяу-мяу.